И всем привет, ребята! С вами, как всегда, я, Рипдеку. Ребята, вы спросите, а почему ты снова изменила свое имя? Но, ребят, это уже в последний раз. Меня больше не зовут Сэм, меня зовут Рипдеку. А канал называется Геймдеку. Сегодня мы сделаем обзор фрукта теста V1 и V2. Давайте-ка мы возьмем и съедим этот прекрасный плод. Эх, давно я тебя не ел. Ну что, съедим-ка тебя. О, да. Ну что же, ребятки, давайте-ка мы сделаем обзор на V1 этого прекрасного, замечательного фрукта. Сначала мы сделаем обзор на Z-ку. Мастерство первое. Ну что, давайте-ка мы сначала посмотрим, как же оно выглядит. Так, это, как вы видите, красный такой клубочек с ручком. Огненный кипяток, блин, видите? У нас сейчас рука просто отвалится. Ну что, давайте-ка посмотрим, что же оно делает. И бум, обычный взрыв. А давайте-ка мы проверим, что будет, если мы это сделаем на человечке. Так, привет, человечек. Тестируем. Бум! Ема 30. Ребята, кстати, это еще со статистикой 0 на Bloxfruit. Так что есть что не говорить, что почему так мало. Как мы видим, он прям хорошо так набрал. Нормальный такой скильчик. Теперь скильчик на иксончик на 100 мастере. Давайте-ка мы сначала посмотрим, как же она выглядит. О, ребят, наш любимый ковбой. А как мы сейчас любим в тренде говорить. Гда, гди, гда, гда, оу. I've been married long ago. Where do you come from, where do you go? Where do you come from, гдадо? Давайте-ка мы это проверим на человечке. Так, привет, человечек. Давайте-ка мы на тебя протестируем скильчик ковбоя. О, ну, нормальный такой скильчик, кстати, он один из моих любимых. Ну, средненький, знаете. А давайте-ка мы перейдем к следующему скильчику. Ну что же, ребята, следующий скилл, Цешка, 200 мастери. Это обычный закрут, и потом ба-бам, просто имбовый скильчик. Давайте-ка, конечно же, мы это проверим на враге. Так, здравствуй, мой сладкий. Сейчас мы на тебе протестируем цешку. Ну что же, юзер и баба. Нормальный такой скинчик, по-моему. Но те, кто хотят, пусть заюзают. Типа, ну, по-моему, даже для PvP этот скилл нормальный. Давайте-ка мы перейдем к предпоследнему скиллу. И V1, ребята, наконец-то. Погнали. Значит, ребята, я решил делать это на арене, потому что место-то маленькое. Это обычный такой, знаете, ну, типа пончик. Ты на нем просто катаешься с кайфом. Она ни урона, ничего не наносит. Это обычный такой пончик. Ну, теперь давайте-ка мы реально перейдем к интересному. Это последний скилл. Ребята, наконец-то, последний скилл. 300 мастерства. Скилл на вешку. А перед тем, как показать, я хотел вам кое-что. Ребят, перед тем, как показать скилл, я хотел вам сказать. Поставьте лайк. Подпишитесь на канал. И не забудьте поставить на колокольчик. Так, ребята, наконец-таки наш последний скилл. 300 мастерей вешка. О, да, что за кайфушка! Ребята, это точно надо протестировать на враге. Ну что, погнали? Привет, ну, бро, это последний раз, как мы будем тебя мучить, а мы погнали! Вышка, вперед! Ой-ой-ой, какая же имбулечка просто! Ну, ребят, ну согласитесь, это ведь просто кайф. Ну что же, ребята, в следующей части я вам покажу V2.